В молочной продукции омской компании нашли кишечную палочку. Результаты проверки обнародовал региональный Роспотребнадзор. Производитель в Ними Сибирь. В пробах обнаружены не только бактерии группы кишечных палочек, но и превышение объема дрожжей. Так, например, сметана не соответствовала требованиям по жирно-кислотному составу. Известно, что некачественную продукцию успели реализовать. На компанию заведено административное дело. Арбитражный суд Омской области назначил штраф 40 000 рублей. Решение вступило в законную силу.